Есть. Ого. Вот это грязюка. Друзья, всем привет. Ну вот снова я выехал на озеро за карасем. А может и за сазаном, потому что здесь водится и карась, и сазан. И вся-вся рыба, так сказать, и щука, окунь, не знаю, что попадется, но думаю, карася сегодня я точно поймаю, сазанчика, возможно, будет проскакивать. Друзья, я как ежик в тумане, смотрите, какое туманище, просто над озером туман стелится, очень густой, по дороге вообще ничего не видно, даже уже из города выезжаешь, даже в городе туман сейчас. Приехал на прошлое место, смотрите, у нас здесь какой-то стульчик, сильно тут вытоптано, вон окунь мертвый. Плавает тычка деревья и тычкой под сеть, это стопудовая сеть. Вот если просто в броднях, там очень глубоко, я и не достану, и боюсь шугануть, потому что возможно здесь тогда с первого заброса у меня схватила такая рыба, я думаю, это сазанчик, прям который прям как дал мне жару. Все, сегодня взял прикормку, что там гранулы специальные на карася, так сказать, на сазан, взял червей, опарыша. Ну и одну удочку буду рыбачить на легкую снасть. Сейчас подходил, тут такой бомбанух. Просто бомбанух такой бы сделал. Там вот такие волны. Я думаю, ничего себе. Хотел там раньше встать. Но думаю, ладно, пойду на свое место. Но тут уже оно не мое. Уже все вытоптано. Так что, друзья, ладно, буду садиться, рыбачить. Смотрим, друзья, забабахаем либо сазана, либо карася такого. Так, ну что, я уберу вот эту сидушку. Блин, тут уже банок вон. Смотрите, вот как манку, наверное, делали. Все уже позасрали. Вот просто вот как он нашел. Вот кто нашел здесь место мое. Вообще тут не было ничего. Надо все это прибрать. Вон еще банки. У меня, считай, полторы недели не было здесь. Просто нереально все уже засрали. Вообще. Эти вообще банки тут до машины-то идти 300 метров. Заберите с собой-то эту всю шляпу. Задолбали. Мешочки. Вон все побросали. Вообще все. Так, у нас тут удочки. Вот это будет прошлое. У меня тут леска 0,20. 1-граммовый поплывок. 4,5 метра. Удочка. В прошлый раз она прям вообще бомбически работала. Прям бомбически. Смотри, сети уже стоят, но тут глубина-то какая, не пойму, вдоль берега, что ли, стоят. Не для лодки же это. Вот, ну, тут паутина уже. Так, вот сюда, где я рыбачил. Угу, надо на дно делать. Я там, по-моему, уменьшал глубину. Плюс дожди что-то все подзатопили. Дожди вообще не прекращаются. Просто не прекращаются дожди. Некоторые... О, опять встал, смотри, что. Я говорю, уже где-то 1,30 м есть. Там как раз трава, водоросли растут. Мы прямо сейчас за них сейчас еще и накормим. И будет бомбически. Че, обалдел, что за глубина-то? Уже метр где-то больше. Вон, о, гоняет щука. Щука гоняет. Ну, тут щуки-то много. Надо приехать поблеснить здесь как-нибудь вдоль вот этой травы. Заброд одеть. О, неужели я нашел глубину? Ничего, еле встал. Где-то 1,70 м, 1,80 м.
Угу. Все, глубину нашел. Это пока отставим. Сразу у него такая от Миненки прикормка специи. Она вообще не насазана. Вообще бешеный просто запах. Она 2 миллиметра такая просто серьезная. Серьезнейшая как бы прикормка. Нормально, пока она. Давай еще одну жменьку. Вот так вот. Пока она стоится, пока что. Я здесь как раз крючок хочу перевязать на овнер. 10 номер, потому что, блин, что-то мне тогда не реализация такая маленькая была вообще. Именно. Так, тычки у меня здесь еще. Там крючочек маленький, хорошенький. Сейчас вот так тычку воткну сюда. Опа. Лески. За траву зато цепляется, за все, как рыбу сечь, так не особо. Сейчас сяду, так, угу. Уже рыбка заплескалась. Крючочек вот перевязал, это 922 серия, 10 номер овнер. Леща на фидер, я на нем прям кашу. То есть червяк толстый, и опарик влазит на него прям на ура. Так, что у нас тут по червям? Червь у нас такой спортивный. Два оденем маленьких. Так, и опариков надо. Что у меня здесь опарики? Угу. Пусть в червях ползут. Пойти, урона большого не нанесут. Угу. Один купаться пошел. Один пошел купаться. Все, вот так. Что-то запуталось. Есть. Вот он. Такой поднимать и такой ладошечный, друзья. Подошел карасик. Угу. Пошел. Червя даже не съел. Это вообще радует меня. Такой припав. И пошел. Такие пироги. Карасик, я думаю, прикормился, уже второй подошел. То есть поклевочки пошли. Надо всегда вот после закормки надо минут 20 ждать, реально вот минут 20. Лучше сначала накидать, потом все это делать уже. Распутывать снасти, все дела. Главное глубину понять, где ты забросить, чтобы понимать, куда кормить. И в точку накидал. Гранулы они сейчас долго будут, они сейчас еще с воздухом будут, тут агейзер. То есть везде частички, сейчас еще карась будет там рыться. Сейчас нормально вообще суеты наведет там. Суеты нормально наведет. Угу.
поднимает. Есть. Есть, друзья. На поднятие. Помельче. Где же крупный у нас? Сколько? Опа. Так. Где же крупный у нас карасик? О, поклевка сразу. Все что-то как-то клюн. Вроде он засасывать должен уже все там. Хоп, карась схватил и потащил. Сейчас нет, такой осторожничает. Вот он, карасик. Опа. Взял и повел сразу. Взял сразу и повел. Это что, поклевка, что ли, сразу? Ага. Ух ты, друзья, это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В траву, друзья, нифига. Друзья, там что-то конское было. Там просто что-то конское было. Еще эта легенькая удочка. Он в траву сразу. А, нет, ё-моё. Ну, это карась, конечно, самый крупный, из которых я ловил здесь. Он за плавник зацепился. Видали, как он так зацепился? Прям в самую дырку. Друзья, он какой-то вообще, что-то у него какой-то паразит или что-то, непонятная штука. Сразу иди, гуляй, ты нам такой не нужен, некрасивый. Ё-моё, нифига он дал мне адреналинчику. Просто я обалдел сейчас. Не буду опарыша пододевать. О, сразу на червя. Нифига это. Блин, как круто на эту удочку ловить. Вообще. Ну кайф. Дождя, главное, нету. Самое главное. Сидишь вот так и отдыхаешь. Просто вот, по сути, 9 дней, да? Почти полторы недели не было вот на природе. Даже не на то, что там, значит, что на рыбалке, вот на природе. Именно вот уединение. Сегодня вот у меня 2 часа получилось вырвать. До 11 часов. Что сейчас? 9 часов уже. Я приехал, наверное, уже 10 час. Уже меньше 2 часов. Вот это умиротворение. Еще бы клюнуло. Вообще. По-моему, поплавок едет. Нет. Такое ощущение. Там тык-тык-тык. Ага.
просто завораживающе. Вот это непонятно, какая рыба клюнет, крупная, мелкая. То есть все это закормил, рыба пошла, пошла, тут хоба, например, крупный сел. Вот это адреналина. Вот это адреналин. Есть. О, карасишка. Опа. Карасишечка взял. Тут сразу понятно. Начал топить. Там видно, эти прям маленькие пятачки клюют. Потому что заглотить не могут. Здесь прям сразу, прям хоп. Начал топить. То есть нормальная рыба, сразу видно. Притупил прям как. Ну все. То, что ему надо было. Ё-моё, тут что-то монстр какой-то попался. Просто монстр попался. Опа. Карасишка. Карась-монстр. Ну, сразу клюет, друзья. Алло. Давай, иди сюда. Ну, жареху уже такой нормальный пошел карасик. Вот я говорю, туман. Туман ушел. И клев попер. Только закидываешь, сразу клюет. А то сидишь. Возможно, за эти полчаса прикормка только развалилась. Потому что я ее на сазана всегда в кормушке набиваю. Как типа макуха, наверное, получается. Она оттуда долго вымывается. Очень долго вымывается. Вот он сразу клюет. Ну-ка. Смотри, весь как один. Опа. Весь как один. Вот он. Говорится, поперло дело. Мошкара вообще жесть улетел. Даже не готов к мошкаре. Я вообще не ожидал, что мошкара, блин. О, поплыл, кто-то встал сразу, поклевка. Теребить, теребянькать начинает. Так. О,
Вот это да. Ага. Это сазанчик идет. Друзья, сазанчик первый. Первый сазанчик, друзья. Вот она лапа. Вот он. Вот он, блин. Вот это да. Вот он, карасина. Попался. Попался. То кусался. Попался, кто кусался. Ну, мошкара вообще ужас атакует. Блин, у меня ничего нету с собой, я даже не готов к такой. Фу. Конец сентября, мошкара, это что такое? В Сибири. Хоть комара нету. Только закинул, клюет сразу. Вот это да! Давай, 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 давай. Вот это карасина уже. Вот это карасина. Сразу поплавочек лег. Ага. Карасик. Покрупнее взял. Вот это я понимаю. Опа. Не понять, то он и на... О, сразу клюет. Угу. Смотри, что делает. Кладет сразу. Друзья, только закинул, все, поперло. Поперло. Нет, это сильно. Фу. На мель. Уши искусали, у меня уже просто горит ухо. Вообще просто горит. Ну что, друзья, ну вот я и собрался, потому что время подошло, нужно ехать. Душу я отвел сегодня, поймал даже одного сазанчика. Сейчас я его отпущу, кстати, чтобы не говорили, что я их забираю. Там, зачем ты их забираешь? Да я вообще процентов 10 рыбы забираю. Это процентов 10 из рыбалок, когда я какую-то рыбу беру, и то немного, чтобы на раз что-то там приготовить или там закоптить, пожарить или еще что такое. В основном я рыбу вообще отпускаю, чтобы не было. А то люди только увидели, что я положил ведро, все пишут, все. Я отписываюсь, там все дела, да, бог с вами, друзья, кто не смотрит до конца. Ну, а что могу пожелать, кто смотрит до конца? Огромного здоровья, успехов на рыбалке, до встречи на рыбалке, пока. Душу я отвел, друзья. Ну, мошкара, блин, уши горят вот здесь с непривычки. Короче, вообще, друзья, сейчас покажу и отпущу рыбу. Так, друзья, сначала покажу вам сазанчика, который, надо же мне его отпустить. О, вот он, друзья, живой, живой, друзья, сазанчик. Мы его сейчас первым прям отпустим. Смотрите. Иди вперед. Все, они сейчас встанут, отойдут. Ну что, друзья, вот карасики. Сука, карасей. Блин, да нормально вообще. Считаю, за полтора часа вообще вполне нормально. Идите.
Даже такие попадаются. Писание. Непонятные. Скажи, высыпал нас здесь. Не знаю, куда идти. Они все уйдут. То здесь, которые срывались, я не знаю, всю рыбалку у ног у меня плавали. Вот они здесь еще два. Прямо в этих. Ну вот. Вот еще один. Так что, друзья, ничто я, никого я не забираю. Никого не гублю. Аж такие, друзья, красота вообще погода. Туманчик разошелся.